Начинаем клип съемки «Птаха папиросы». Есть у меня подруга, в нете лазит как дура. Днями и ночами, живя с глазами печальными. Снимаем клип «Папиросы». Делаем начало похоже на ревность, потому что эта история началась с этого трека, ну в жизни. Поэтому она будет похожа на ревность. Должна быть, во всяком случае. По задумке. Птаха, снимаем клип. Кружечкой. Баклажан. Корнишончик возьми. Корнишончик. Откусываешь, облизываешь и в зад вставляешь. Значит, почему развалился центр? Нам не хватило просто корнишона. И скандалы вечерами заменяли ее ужин. Она это терпела, считая его мужем. Любил ее он точно, это без вопросов. Но всю его любовь убивали папиросы. Папиросы, папиросы, лавандоса.